Всем привет, с вами Гуля Лакетта. Это небольшие новости по Warframe. 1 февраля в Warframe запустили ивент «Звездные дни». Продлится он до 29 февраля. Ивент посвящен, я так поняла, Дню Святого Валентина. Ну, давайте долго не будем рассуждать, как туда попасть. Тыкаем на звездную карту. Вот здесь вот есть сердечко, можно туда тыкнуть, а можно на Венеру. И вот тут прям написано «Звездные дни». Это на Фортуне у нас. Идем тут к тикеру. И вот стоит тикер. И за облигацию у него можно получить интересные вещи. Симпатии звездных дней. А вот такие вот вещи у него тут есть. Тут много глифов, которые, я не знаю, нужны, нет. Есть скины, статуя. Такая вот эфемера есть разная. Сейчас потыкать можно, посмотреть. Вот крылышки, которые я хочу. Такие вот красивенькие. Потом есть палитра. Тут целая куча оттенков красного. Кстати, тоже полезная штучка, кто любит разукрашивать. Это, я так понимаю, статуя. Так, крылышки неоновые. Это не на персонажа, а можно где-нибудь на корабле пристроить. Такой вот сердечечко ты можешь делать с кем-нибудь. А это у нас тоже глифы, глифы, вот скин на стрелы. Тут вообще можно все пойти посмотреть, кому интересно. Чертежи тоже есть, полный список есть на сайте. И как получить эти облигации? Мы отсюда выходим. Во-первых, можно выкупить долговые облигации. Вот. Видите, тут есть это задание, дело, и можно обменять. Вот так тыкаем. И вот надо 10 спор, например, и 7 кейт свино с Абкади. Это все собираете и меняете. Также можно получить облигации у Юдика. За заказы. Вот. Вот, видите, я тыкнула награды и написано, что дают за это. И даются две долговые облигации. Учебные, например, за его заказы. Здесь также защита облигации. Так что тут же прямо на форуме все это добывается. Вот такой вот ивентик небольшой. Еще кое-что тут можно в честь ивента сделать. Смотрите. А, я тут не могу. Заходим в магазин. Тыкаем сезонное, показать все. И вот проматываем. Тут, понятное дело, много чего за платье, но есть. Я вчера тут купила. Вот, за один кредитик можно купить цвета Валентина. Вот тоже. Еще оттенки розово-красного уже есть. Вот я его вчера купила. Также тут можно за, по-моему, что-то еще было. Подождите. А, вот такие вот сердечки тоже за кредиты. Видите? Это все за кредиты, а не за платину, за игровую валюту. Кому это очень надо... По идее, пусть будет, я взяла. Остальное, по-моему, тут все уже за платину идет. Так что вот такой вот ивентик небольшой. Будем, кому интересно, можете сходить и посмотреть. И что-нибудь себе приобрести. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.